Всем добрый вечер. В общем, я сейчас сижу вся на нервах, потому что у сына вообще не проходит. И хоть думала, что у него не будет, уже спала эта температура долбанутая, но нет, сейчас вот у него 37, он сейчас уснул. Кашель у него появился такой, который мне не нравится. Нос у него заложенный, горло болит. В общем, у нас в Греции, чтобы взять сироп от кашля, нужна справка от врача, ну, чтобы он выписал, чтобы я могла пойти в аптеку и купить. Ну, наверное, завтра мы поедем. Я так думаю, что какая-то у нас это каждый год такое случается. Какая-то мамаша, долбанутая на всю голову, отпустила своего ребенка с соплями или там с кашлем, или я еще не знаю с чем. И ребенок, естественно, заражает других. В прошлом году я своими глазами видела, как одна дамочка отдавала учителю, значит, антибиотик. Мой ребенок пьет по часам антибиотик, у нас уже все проходит, но надо вот долечиться нам. Я так на нее посмотрела, но я не могу ничего сказать. Я думала, может, учитель скажет директору школы, что вообще это нельзя. Если там какая-то ошибка с антибиотиком произойдет, кто будет виноват? Естественно, учитель и директор школы. Мамаша-то не будет виновата. Это во-первых. А во-вторых, я своих детей, и даже если они выздоровели, я все равно их держу 3-4 дня дома, пока они хорошо не выздоровеют. А здесь же как делают? А, ну сопли. Пусть сопли, господи, у него же температуры нет. Правильно, вот хай идет в школу, а я спокойно посижу дома, сколько там часов, пока он не придет со школы. Выпью кофе, пойду к соседке полялякаю, уберусь, кушать приготовлю нормально. А тут ребенок будет заражать других. Позавчера мне вообще сказали, мои дети, говорят, один ребенок вырвала его, и а второго ребенка пропоносила. Это вообще как? Если у твоего ребенка идет рвота или понос, за каким хреном ты отправляешь его в школу? Чтобы он других заражал? Я вообще не понимаю этого. В общем, я еще посмотрю, как он сегодня ночь проведет. И если что, я тогда уже поведу его к врачу. Мне нужен просто сироп, чтобы он выпил и пролечился дома. Меня аж прям всю трясет, я вся на нервах сижу. Ну, это вообще как? В общем, сейчас час ночи, кашель у нас ухудшился. Мелкий проснулся, потому что у него сопли текли, не мог дышать. В общем, завтра мы утром поедем в больницу. Всем доброе утро. У нас 6 утра. У мелкого поднялась температура 38,5. И чихает, сопли. У старшей дочки болит горло. У сына кашель вообще ужасный, капец просто. Он прям вот все дрожит внутри, когда он кашляет. В общем, я жду, пока взойдет солнце, как говорится, рассвет, и повезем его в больницу. Вообще, и младшего тоже. В общем, на сегодня день идет по больницам и по врачам. Я так этого не хотела, чтобы мы ехали в больницу. Там же столько микробов. Но, увы, придется. Сальяви. Мы сейчас приехали от врача. В общем, нас завели те, которые даже есть хоть или там температура просто, или кашель, или нос заложен, то вы не заходите как нормальный вход в больницу. Вы идете там, где останавливается скорая помощь. В общем, зашли мы. Врач был в экране, в специальном таком костюме голубом. Послушали нас, у нас все нормально, сказали то, что это простуда.
Хоть я так боялась, что скажут, едьте в РФМ в больницу, нам там надо будет делать тест. Это же я как наслушалась же новостей, что там вообще и то, и все. В общем, ну, нам повезло. Выписали нам просто капельки в носик. Это от насморка у него кашель этот. Поэтому только капельки. Никакой сироп нам не прописали, ничего. Просто посидеть дома. Если, ну как он нам сказал, конечно, если через 2-3 дня это не пройдет, то вам придется ехать в больницу, в Рефино. Вот. Но я думаю, что это у нас пройдет, и не надо будет ехать никуда. В общем, мы пошли сейчас закапывать ноги и пошла мерить температуру малого. Всем пока!